Всем привет, вы на канале АВМЗ, и это челлендж 24 часа в домике. У нас будут челленджи, первый челлендж вы увидите потом, еще есть вот такая таблица, в которой мы будем записывать плюсы и минусы за челленджи, плюс выиграл, минус проиграл. Погнали! Вот, начинаем, включаем старт. Все, погнали! У нас время вышло. И у нас сейчас будет первый челлендж. Первый челлендж. Мы должны простоять на одной ноге. Одной ноге он на той камере будет видно. Кто дольше простоит, тот и выиграл. Погнали. Прыгать нельзя, я облокачиваться. Надо набор на головой купаться. Тихо. Ну все, вот это он сразу. Валик выиграл. Добавляем. Сейчас. Добавляем плюсы и минусы. В наш эту стенку. Так. Что вы реально как-то слабоваты? Захар, я думал, вы минус. Матвей, минус. Я минус. Валик плюс. Вот Валь, ты зараза. Валик плюс. Да иди отсюда. Ну и зараза, слышь. Плюс. Минус ты. Нет. Плюс, да. Минус. Слышь, зараза, гони. Теперь свой минус. Еще. Хорошо. Столько же. Минус. В этот раз еще 20 минут. Сколько тогда было? Тогда было 30. Погнали. Закончилось наконец-то время, и сейчас будет какой челлендж? Спрятать какую-либо вещь. Человека. Сейчас рандомный чел зайдет и спрячет, например, что он спрячет? Скотч. О, давай. Да. Молодец. Вот он. Вот скотч спрячет. Зовем людей. Повод. Вот мы нашли чела, который спрячет вот этот скотч. А мы пока... А кстати, пока. Минус Матвей. Он уехал в Витебск. Вон, машина поехала. Но это не точно. Там нет, это точно. Это не точно. Теперь мы втроем. Сейчас этот чел спрячет скотч. А мы, Валик, этот и Захар пошли сюда. Летел наш подписчик. Сейчас мы здесь. Это тоже территория дома. Давай. Да ты что, обуваешься? Мы же здесь, мы же подмели. Все, заходи, иди прячь. Все. Тихо. А мы ждем. Нифига там плохо.
Он говорит, что все спрятал. Все, начинаем искать. Кто первый найдет, там плюс. Ты не участник. Насчет каких? Ну, погнали. С большой вероятностью. Тихо, сейчас. Там просит, Давай. Пытаются меня выпихнуть. Спасите. Да. Я пока. Давай, Артём, борись, ну. Давай. Ты держишься там? Держись! Да, он вот они тут опять борются, ну. Вот это шок-контент, вот это сенсация. Вот они борются, два борца за справедливость. Чей это там? Держись! Держись! Тебе всего-то надо домой попасть. А хотя мешает его вытолкнуть. Давай! Я вот тоже что-то не особо понимаю. Это будет легендарная битва. Давай, сталкивай его, давай! Давайте, это легендарнейшая битва. Хорошо, что меня не кричит. Ай, да, кстати, Ну нахер! Как хочет меня вытолкнуть? Он опять творит какую-то фигню. Нет! Он мой ботинок украл. Ну, давай. Что за гад делает? Вот он гад. Он и твои выкинул. А что нам мешает ему? Ну, давай! А что, два на одного, давай. Я не снял. Не было. Снимай. Снимаю его. Давай его. Выпихивай его, выталкивай. Короче, я буду держать проход. Нет, не было. Не упал там. Я слежу за вами двумя. Давай, Артём, что ты его не вытолкнешь? Давай, но. Закрути его как-нибудь и вытолкни. Вот. Сейчас нашего Малика выкинут. Не, он держится. Держишься. Он пытается что-то сделать, но у него ничего не получается. Я пока стою возле двери, чтобы мог вытолкнуть. Я обороняю наш дом. Что он пытается объяснить тебе? А зачем он штаны снимает? Нашим, короче, с Захаром что-то не так, что-то неладное. Это я. Тихо, у нас тут битва.
Опа-опа-опа-опа-опа-опа, тихо, на грани, на грани, на грани. Тихо-тихо-тихо. Такое надо явно документировать. А, куда меня? Я не понял. Я тут стараюсь, снимаю, а вот ты. А я тебя не снимаю, но я потом не вижу. Все, там было видно. К сожалению, не успел дойти до челленджа. Тут осталось еще 19 минут. Здорово. Теперь я оператор. Вычеркиваем меня. И Матвея вычеркнут. Матвея вычеркнут. Остался я и Захар. А, ты что-то мне плюс не прибавил. Какой? За челлендж. Ага. Я нашел скотч и простоял на одной ноге. А, точно. Сейчас еще минусы. Минус. Минус. Еще минус мне. Какой? То, что я не нашел скотч. Еще пока. А когда у вас за это и есть минус. Ну, вот, сейчас еще Захару плюс добавим. В смысле? А мне? Ой, да. Не Захару. Ну если хоть один раз, если хоть один раз, если хоть один раз Валик еще плюс получит, то у Захара уже все, шансов нет. А если получит здесь Захар, то они борются за ничью. Валик за выигрыш, а Захар только ничью максимум может. Ну все, погнали. А я жду тут, пока они тут борются. Погнали. Мы боремся. Боремся. Он думает, что меня вытолкнут. Но это же слишком сложно. Ну. Я уже надышался с вами воздухом. За тебя тут тоже чуть не выпихнули. О, ты согласен. Захар все шлепки выкинул, а мои забыл. А-а-а, повезло. Куда? Я уже не играю. Я уже все. Так, тут уже 17 минут. А что? Что? Захар, ты где? Я его не выпустил, где? Нет, он на доме держится. Это еще территория дома. Вот он. На балке дома. Он на балке дома этой стоит, вон. Вон. Ну, здорово. Это тоже не территория дома, я думаю. Это еще да. Еще вот столько. А что, не, я тебя не пропущу, теперь ты там будешь висеть, пока ты не упадешь. Я побежу, я буду побеждать, нет. Тихо, будильник. Челлендж. Ладно, все, челлендж. Или... Нет, а нет, минут. А что звонило? Ага! Не-не-не, давай. Захар, слезь с забора, лучше, да, правда. Слезь с забора, я тебя даже не пущу. Захар, 15 секунд тебе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кто ты? Ни одному послышалось. Я. Кто ты? Я негр. А ты что сказал? Валик сказал. Он сказал, я негр. Негр! Что? Я негр. Ну, не я. А, ты не... Здравствуйте. Я предлагаю сейчас запустить челлендж со стаканчиком. И сейчас увидите, какой. Тот, кто выиграет, тот получит сразу 2 очка. Если Захар выигрывает, то ничья. Если выиграю я, то я победил. Ну, погнали. Убираем все отсюда. Ой, приклеилось немножко. Сейчас все поправим. Белым со стаканчиками должны стать стаканчики вот так вот. Пихнуть его, чтобы он перевернулся, и так стал. Ёб моё, чуть не свалился со стола. Погнали. 1. Здесь у меня.
Ну давай до трех. Давай до трех. Захар есть. Я нет, нет. Захар, давай, ты сможешь. Захар, давай. Нет, нет, нет. Тихо, тихо, зачем наш мама не мешай? Я знаю, я знаю. Мама, ты в ее кубе. Нет, нет. Вот. Так, не мешай, у нас тут финальная игра. Нет, не было там. Есть! Да! Ну, к сожалению, та-та-та-дам, Валик победитель! Что? Всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.